Новый цех гальванического производства открылся сегодня на Казанском вертолетном заводе. В запуске участвовали президент Рустам Миниханов и руководитель холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Объем инвестиций в проект составил 2 миллиарда рублей. Новая жизнь очистным сооружением. В Лаишево сегодня после капремонта запустили очистку канализационных стоков. До этого городские нечистоты сбрасывались в Каму. Оборудование 70-х годов прошлого века было изношено. Вторая награда Марты Зайнулиной. На Паралимпийских играх в Пхёнчхане нижнекамская лыжница стала бронзовым призером в лыжном спринте «Класс Сидя». Президент Татарстана направил спортсменке поздравительную телеграмму. Также Рустам Миниханов поблагодарил тренеров Зайнулиной.